shit given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business, not because they want to... Как дела? Нормально. Нормально? Замечательно. Все нормально будет, не переживай. Добьемся. Ну, я сравниваю это, мое личное, сугубо личное мнение, что это фашизм. Президент Владимир Владимирович Путин, у нас телевизор просто в камере появился, он что сказал? У нас суды такие замечательные, у нас правовые решения, у нас такие следы. Вот я ему как раз отправлю. Владимир Владимирович, да. Вранье, бред, фальсификаторы, преступники, вот, которые просто грабят людей. Вот на моем примере. Яркий пример. Просто гнобят людей. И это, я считаю, фашизмом. Вот фашисты, контрнедобитые, которые не добили еще, такое сортиры мочить. Вот надо мочить. Все. Да, еще хочу добавить. Заместитель Ерошкина сказал, что он 6-7 лет не видел, чтобы людей сажали под стражу по 158 части 2. Это при посещении УНК. У нас отпустили заключенного на освобождение просто. Отпустил суд, у которого статья 228, Класковский, прим. 1, часть 4, который психически... 27 лет, да. Угу. Вот его отпустили. Сейчас, 17 числа, судья пообещала отпустить мужчину, убийцу, убил женщину. Все те, которые в твоей камере были, их... Еще один тоже собирается на свободу, у него пятая часть, статьи 228, прим. До пожизненного заключения. То есть, ну, это, я думаю, оперативник Афанасьев Владислав Дмитриевич специально подбирает такой контингент, чтобы поиздеваться. Посмотри, мол, как отпускают людей, а ты лежишь. Вот. Также еда, да? Вот я похудел. Ну, на 20, наверное, точно больше, скорее всего. А за полгода, да, потому что практически ничего не могу делать. Тоже диета не предоставляется. Хотя ОНК приходили, тоже веры в ОНК у меня уже нет. Они мне даже на адвокатский запрос не ответили. Вот, я считаю, что они работают в связке с ними. Вот. Ну, ты посмотри, состав там какой. Те же самые. На них понятно, нет неверы. Что боитесь? Если вы считаете, что я могу в больнице, пускай суд меня определит в больницу, сделаем заключение. Так же, как сделали по легким, которые у меня уже не операли. Mm-hmm. Ну, а суду плевать, что прокурор. Все договорено, я считаю, что это просто прессинг за то, что посмели показать такое огромное количество ментов. Я не буду их полицейским называть, но ментов Краснодарского края в огромном количестве. Я их показал лично, я только тысячи. Алексей, наверное, в десятки раз больше, да, по стране ездил. Вот. Да, конечно, не понравится генералу. Наверное, ему сказал, значит, глава Следственного комитета Колокольцев, сказал: ай-яй-яй, товарищ Андрей, что там ваша фамилия, столько ментов ваших показывает безграмотность, которые попирают законодательство, издеваются над людьми, прессуют людей. Да? Я что-то не пойму, закон. Подожди, это у тебя вот... Это вот, да. Это вот так вот, это да? Это вот Афанасьев... Это подушка? Да. Афанасьев... А, это подушка? Да, да. Афанасьев Владислав Дмитриевич сказал, что я сгнию там. А что с ним случилось-то вообще? Это вот, смотри, это вот это бассейное белье. Не спался, не? Это где тебе протыкали ноги, правильно? У меня шишка на голове появилась какая-то. Там дырка видно. И гной, да? Мне было плохо всю ночь, там обездвиживающие не давали. Значит, я попросил утром помощь, пришел как раз комендант, который выдает руку все. И он мне сказал, что я, по-моему, он сказал, что я уебок. Я не буду там... Ну, давай, да. Ну, не будем унижаться. Ну, пару еще слов, которые произносить не буду. Да, ты уебок. И как бы... Ну, а что? Так и есть. Ерошки тоже, кстати, неплохо знают на этом слова. И меня просили зрители всегда по-честному. Ну, что я уебок. Что, значит, он еще вдобавок заберет и телевизор с маленьким холодильником. Появился на СНЗ. Как меру вот здесь. За то, что я не как овца, да? Вот, да. Есть в тюрьме овцы. Я считаю, это овцы. Пускай меня простят, конечно. Вот ему сказали, а ну-ка делай. И он побежал делать. Он просто боится администрации. Вот.
Я же в свою очередь вот, не собираюсь подчиняться этим людям, которые просто издеваются. Он сказал, принципиально не буду этого делать. Принципиально. Я поняла, типа. Плевать на суд, плевать на всех. Вот эти в белых халатах, товарищи, которые каждый говорит, да я оттуда, я отсюда. Вот, у меня заболевание только в экстренном состоянии, что на КБ было повреждено УЗИ, потом так далее. То есть, начиная от грыжи пищевод, заканчивая этой язвой, требует вмешательства. Ни один из них не поможет. Потому что они говорят, в обморок падают. Ну, падают, дальше. Ты голову разбил, падают. С лестницы вот упал в обморок. Вот. Они пошли в дом, боятся. Ты сейчас один в камере или сколько вас там? У нас четверо. Заменили Класковского или он еще там? Да, новым боксером, но это сдулся быстро. Вот. Привет, мам. Продолжайте издеваться. Вот еще. Что еще сказать? А также выпуска. Ну что там, трико, майки, нижнее белье? Да, спортивное трико, пока наблюдать, майки, трусы есть. Нас тоже нужны? Зачем? Еда тебе, она... Я не могу возиться, на холоде. Вот. Там если снизу на ноги посмотреть, они видно, поймем, что они не хотели. Они поменяли форму. Вот. Поэтому как бы, ну... Дорогие друзья, всем привет! Друзья. На протяжении 6 месяцев я и Станислав Андреев уже находимся под стражей по этому сказочному делу. Мне постоянно передают приветы от вас и самые теплые пожелания. Спасибо вам за это. Это очень важно для нас. Пишите письма в СИЗО, пишите обращения по этому делу. Потому что, еще раз повторяю, ваша поддержка очень важна для нас. Отдельная благодарность за любовь и поддержку моим родственникам и близким. Приглашаю всех на суды. Да, у нас открытые судебные заседания. Для того, чтобы поддержать и посмотреть, как это все происходит. И до встречи.